Бюро Объединенного мира борьбы утвердило проведение чемпионата Европы в следующем году в Каспийске. Об этом официально стало известно сегодня на заседании коллегии в Париже. Президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили цитирует информагентство ТАСС. Сегодня на заседании исполкома United World Wrestling было принято очень важное для нас решение. В качестве города, который в 2018 году примет чемпионат Европы по борьбе, утвержден Каспийск, рассказал Мамиашвили. Я поздравляю всех наших болельщиков, славной традициями спортивной борьбы Дагестан и весь наш Северный Кавказ. Для нас проведение этого турнира – колоссальная ответственность. Отметим, что у нашей республики уже есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий. В частности, в 2011 году Каспийский дворец спорта имени Али Алиева принимал Кубок мира по вольной борьбе, а в 2015 – чемпионат России. Кроме того, в Дагестане ежегодно проводится несколько международных турниров. Добавим, что наряду с Дагестаном на проведение чемпионата Европы претендовала Румыния. Соревнования намечены на март 2018 года.